Каля 50 тысяч жыхароў Віцебскай области не заплатили податки своечасова. Термин оплаты скончился 15 листопада. Податковая инспекция подвяла выники. Сёлета жыхары паўночнага региона перелічили в бюджет больше за 35 миллионов рублей податков. Гэта маёмасные платежи за 2022 год. Земельный, транспортный и податок на нерухомость. На улику у податковых органах в области больше за 600 тысяч плательщиков. Им необходимо было перелічить у бюджет 38,5 миллионов рублей. Большесть этой суммы складают платежи по транспортным податку. На сегодняшний день в бюджет поступило 92% исчисленной суммы. Однако, несмотря на то, что 15 ноября истекли сроки уплаты, еще 50 тысяч плательщиков не произвели уплату имущественных платежей на общую сумму 3 миллиона. В этой связи мы хотим обратить внимание, что помимо пеней, которые исчисляются за каждый день просрочки платежа, налоговыми органами в отношении таких физических лиц будут приниматься меры принудительного взыскания задолженности, а также такие граждане, при условии, если они не погасят задолженность в добровольном порядке, в отношении их будут приниматься меры и административные, привлечение к административной ответственности по статье 14.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Плательщикам, якія па нейкіх прычынах не змаглі аплаціць падаткі своечасова, рэкамендуюць не зацягваць. Даведацца пра суму запазычанасці і рэквізіты для аплаты можна ў любой падатковай інспекцыі, незалежна ад месца жыхарства.